Подожди, Витя, запроси сейчас у Дрейка, у диспетчера маршрут со 2 на 4 путь станции международной. По голосу быстрее запрашивай. Диспетчер, а диспетчер. Что надо от 2 на 4? Машинист инструктор 38-го. Инструктор 38-го. Что у вас 38-го? 38-го маршрута и на станции международной? Да. Да я на станции международной запрашиваю маршрут с 4... Со 2 на 4. Со 2 пути на 4. Есть ваша мысль, ожидайте. 22-й маршрут отправляйтесь с входа на дорог с разрешающим сипотом 9-0-3. Отправляйтесь первым целым главным статьям про себя. Ебать, у меня лаги. Вообще пиздец. Да. А ты что, поедешь что ли? Давай, езжай. Подожди, там четвертый или какой горит? Ты спасил маршрут, повтори. Четверка. Нет. Вить, повтори Дрейку. Четверка. Да Дрейку говорю, повтори Вите. Диспетчер, машинист 38-го вызывает. Машинист 38-го вызывает. Машинист инструктор. Блять, точно. Ты спасил маршрут, я слушаю. Диспетчер, говорит машинист инструктор 38-го маршрута, запрашиваю разрешение, запрашиваю маршрут со 2-го на 4-й путь. Станция международная. А, ну да, он на 3-й стоит. Со станции международной отправляйтесь оборот, с 3-й по 4-й. Какой 3-й, 4-й? Блять, я сам открою, долбоёбы нахуй. Ой, со второго, с первого... Всё, да, открыл. Ты не бы нахуй думал. Сейчас, смотри, я схохобрану. Психанул, блин. Блин, горит, отправляйте со второго главного. Со второго главного. Да все иди нахуй, сами всё открыли. Давай, как допиздите там, алё. Поехали! Отправляйся! Диспетчер, можно повторить? Отправляйся! Блин, союз за тобой! Поехали! Поехали, 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 давай! Всю линию зашиваешь! Бля, у него голос такой угарный, можно я его закрою? Попробуй! Не важно. Там уже все, он не сдал уже все, капитан. У него нарушение 50 было. Учение нет смысла. У него нарушение 50. Ну да, кстати. Такого еще ни у кого не было. Ай, там летит. Рядом был. Чего? Мне кажется, сейчас летит в тупик, нет? Да нет, он наоборот, он всегда перетормаживает и с кем разбирает. Все, полная остановка. Полная Спёт. Остановка. Спёт. У него не соберется схема. Сейчас въебется вечер, ведь топ. Да все. Нет, баха нету. Нету. Ай, дай. Я до сих пор вспоминаю, как еще на старой Оранже это самое. Один заебись. Чувак взял тракт-пык на встречную пол, это, на встречный путь. На встречный путь. Короче, ну, теперь, Вить, давай, обрадовай его. То, что он не сдал, объясняй все нарушения. Можно я скажу? Смотри, ситуация такая, экзамен ты провалил еще минут, наверное, 30 тому назад. Потому что у тебя, во-первых, ошибки, неуверенное управление поездом, плюс к тому, что ты отвлекаешься, не видишь надписи на приборе, так называемым иглам. Плюс один, ты ехал с низким давлением на опорной магистрали, был отключен БПСН, нарушение скорости, то, что это самое, нарушил график движения поездов. Практически не знаешь, сколько электропоезда. Так, дайте я попробую объяснить более быстрее, информативнее и... Я меньше. Нет, стоп, подожди, Артём. Во-первых, когда ты выезжал из депо, ты не доехал до конца платформы под красный сигнал светофора, ты остановился где-то в середине. Во-вторых, по прибытию в оборотной станции Речная, при смене кабины, ты сделал несколько неверных манипуляций с приборами в кабине, скажем так. Точно объяснять сейчас, что было, не буду, потому что и так ошибок около 50 штук было.
При смене кабины ты выключил мотор-компрессор и БПСМ в задней кабине, но при этом в передней не включил. Ты выключал кабину, приводил в нерабочее состояние, вытаскивал реверс, не перекрыв ЭПВ и разобщительный, и не выключив АРС. Ты неоднократно нарушал скоростной режим. Одно из самых страшных нарушений – ты неоднократно разбирал схему при торможении на станциях. Неоднократно не доезжал до арены, до реек, неоднократно проезжал рейки и так далее и тому подобное. Короче, все нарушения просто тупо не помню. Их очень дохера было. Ну или так. Десятый маршрут. Десятый маршрут. Так. Отправляйтесь куда на пароль, чтобы обратно на состав отправляйтесь на станцию обратно в международный. Понял, отправляйтесь. Ливнул. Психанул. Обиделся, расплакался, наверное. А чё поделаешь, если он так, блядь? Хоп, стоп. А? Чё? Хоп, стоп, прикидоны. Так, да, я пока наполовину состав вырублю. Блядь, он двери даже не открыл, ёбаный в рот. Блядь, ксенон, ебаный ксенон. А? Тоже не любишь? 22-й маршрут, меняйте кабину. Меня бесит. Меняйте кабину, обращайте за сапку, Блин, может сказать этому Васе 92, пускай Игнаш, все он вырубит. Десятый маршрут, как вы поменяете кабину? После доклада отправляетесь с третьего на второй станционный главный с подоборота на станцию международная. Это он кому говорил сейчас? Понял. Вася. Или Сергей. А, да, это его состав Ксион. Я действительно слушаю вас. Говорит машинист 38-го маршрута, находимся на 4-м станционном пути станции международная. У нас сейчас, как бы так скажем, технический перерыв в связи с тем, что стажер немножко изнасиловал состав, поэтому мы минут 10 постоим. Во-первых, вы стоите на 4-м станционном под оборот временного отстоя. Стоите временно около 5 минут или 10 до доклад. После того, как вы будете снимать смену. Вас понял, по началу движения доложим. Понял, ожидаю вас. Хорошего вам отдыха с его пути. Спасибо. Короче, с его пути до спать, блядь.